Возможно, благодаря в том числе ярославским миллионерам, область улучшила свои показатели в рейтинге благосостояния. С 42-й строчки поднялась на 39-ю. Исследование опубликовало РИА Рейтинг. Эксперты считали свободные деньги, которые остаются у семьи после всех необходимых, но минимальных трат. За эталон взяли семью из 4 человек, где оба родителя получают среднюю зарплату. Получилось, что у ярославской среднестатистической семьи остается 16 тысяч. В большинстве регионов финансовое положение, рассчитанное по этой схеме, ухудшилось. В лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва. А вот хуже всех дела в Псковской области.